всем, с вами Бетти. Вчера из-за глюка в Токи я временно осталась без дома, поэтому выхожу в эфир, так сказать, из этой милой пекарни. Как я уже успела пожаловаться вам в своем сообществе, вчера, когда я снимала очередную обустройку, меня выкинуло из игры, и все обнулилось. Все домики для дизайна вернулись в свой первоначальный вид. Вот так было до того, как меня выкинуло. И вот так стало потом. Я немного погоревала, пожаловалась вам и решила обустраивать заново. Захожу на почту за нужными вещами и вижу пустые полки. Как видите, я их долго крутила. Думала, что вот-вот сейчас они появятся. На секунду я даже запаниковала. Но потом решила пойти обнулить игру и посмотреть, что будет. Выходим. Нажимаю на заветную кнопку. Сбрасываю. И бегу на почту. Ура! Все подарки на месте. Иногда в комментариях пишут: пропали подарки с почты. Что делать? Я всегда советовала попробовать сбросить игру. И вот со мной пришлось воспользоваться своим советом. Ну а на этом сегодня все. Пойду обустраивать свой дом снова. Всем пока-пока и спасибо, что смотрите мой канал.